официальным представителем МВД России Елена Алексеева. Сотрудниками ГУР МВД России при содействии СОБР «Рысь» в столице проведена спецоперация, в результате которой задержаны четверо участников этнической организованной группы. По имеющейся информации, в конце августа этого года задержанные, специализирующиеся на кражах из неохраняемых офисных помещений, похитили из московского бизнес-центра денежные средства и ювелирные украшения на общую сумму более 33 миллионов рублей. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию всех подозреваемых и выявлению дополнительных эпизодов их преступной деятельности.